Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. Сегодня снимаю видео, которое называется «Мама, купи мне пони». И давайте начинать. Доброе утро. Ой, молния, что ты меня будешь? Ой, Лео. Какой сегодня день недели? О, суббота, здорово. Чем бы мне заняться? Ну, ты, как обычно, будешь на моей кровати спать? Доченька, доброе утро. Доброе утро, мам. Как у тебя дела, дорогая? Все хорошо. Это хорошо. Ну, как бы сказать, что ты планируешь делать? Ну, не знаю. Наверное, пойду с друзьями погуляю. А у меня другое предложение. Хочешь торговый центр? Ну, давай. А что? Да не, просто. Ну, обычно ты так не говоришь. Да. Ну, поехали. Ну, хорошо. Пойду тогда украшения возьму. А, не надо. И так сойдет. Да? Ну, хорошо, поехали. Странно. Поехали. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш магазин. Ага, спасибо. Да, ой, извините, здравствуйте. Ладно, доченька, иди пока что посмотри пони, а я одежду. Все ясно, мам. А зачем мы приехали сюда? Ну, я сейчас тебе скажу. Ну, а можно уже сказать. Иди пока что посмотри пони, а я пока что поиграю вещи. Тут маленький магазинчик. Вау, да, крутые поняшки. Только мне их не купят. У меня всего две поняшки. Это такая вот маленькая, вот на вот эту похожа. И такая большая, вот как вот эти стоят, большие. Да, я очень люблю свою конь. Я их снимаю. Ну, вот так. Я их очень люблю. Ну, красивый. Вау, вот это каденс. И это тоже мальчик, доктор Хувс. И вот это тоже красивая поняшка. И вот это вот тоже красивая. И вот это. И вот этот красивый. Как обнял тут мальчик, хотя это тоже мальчик. Да, прикольно. Доченька, иди себе выбери одежку. Мы пакетик возьмем. Хочешь вот эту? Смотри. Или вон ту. Нет, давай эту. Ну хорошо, давай ее возьму. Ну так зачем мы сюда пришли? Мы сюда пришли шопингом заниматься. Йоу, сюрприз! А, ясно. Тогда я себе беру вот эту расчесочку. Эту тебе. Ну что-то не рано, как обычно. Ну, потому что я хочу себе пони. Доченька, я с тобой это обсуждала. Ты уже очень взрослая пони. И каких-то пони тебе покупать как-то странно. Мама, пожалуйста, ну купишь мне хотя бы одну пони? Доченька, прости, но нет, давай пока что купим вот эти вот вещи и как бы пойдем уже домой. Просто, понимаешь, я не очень люблю, когда у тебя вся комната захламлена вот этими вот голубыми пони. Ну, пожалуйста, мама, купи мне одну хотя бы поняшку. Нет, дочь, ты уже взрослая стала, поэтому я не хочу тебе покупать вот эту вот пони. Ну, пожалуйста. Нет, все. Ну, пожалуйста. Нет, дочь, я пойду еще посмотрю, может, все же вот эту юмочку взять. Ну, мама. Нет. Блин, такие красивые. Так, а что, если я... Втайне куплю.
Шикарная идея. Так. Значит, какую бы я взяла? Я хочу взять, может быть, вот это. Прикольно, в принципе. Это искорка, она очень красивая. А тут тоже искорка. И, ну, давайте, я не знаю кого. Ну, вот это с блестками, в принципе, тоже красивая. Ну, нет, давайте. А, искорка падает. Искорка все громит. Так. Искрометная искорка. Так, я хочу взять, наверное, луну, так как она вообще очень редкая. Но остальные они не редкие, ну вот, в принципе, нормально. Да, вот так. Так, теперь бы как-нибудь это незаметно пронести, чтобы не заметила мама. Ну, может, все же попросить. Доченька, а что ты там делаешь? Ничего, я просто... Выбираю расчески, да, конечно. Ну ладно. Тогда, если что-то выберешь, то скажешь мне, хорошо? Да, хорошо. А, кстати, может, уже пойдем на класс, а то как бы уже нечего почти что выбирать. Нет, я еще хочу эту юбку. Две, может, одну? Две хочу. Давай одну. Хочу две. Все, хочу себе две. Ну, хорошо. Фуф. Пойду тогда... Дойду... Это сейчас. Я положу ее. Так. И хочу еще третью расческу. Точнее, вторую. Ну, да. Потому что я думаю, а это ярко, а это будет прикольней. Как бы две расчески, это вообще круто. Мы тут уже всю одежду и все скупили. Ну хорошо, давай тогда пойдем на кассу. А, давай, иди, первый, иди. Ну хорошо. А, доченька, ты куда пошла? Блин. Да так просто. Все, дочь, идем тогда и идем. Блин. А так, здравствуйте, вам это все пробить? Да. Так, давайте-ка. Сейчас. Извините. Бздык. Пик. Так, с вас получается 5000, и вам, так как скидочный купон, при покупке вот этих вещей у вас, так скажем, скидка на большую пони и бесплатно маленькая. Правда? Да. Мам, ну может тогда ты мне купишь пони, пожалуйста. Ну, не знаю. Молю, пожалуйста, я буду все делать, я буду убираться, я буду все делать, пожалуйста, буду убираться, все, мы всегда за кошкой ухаживать. Хотя я и так все делаю. Собаку выгуливать, ходить к ветеринару там. Ну хорошо, ладно, иди бери себе какую-нибудь поняшу. Ура! А поняшу? Ну поняши. Ура! Раз. Два. Ты как-то быстро. Ну, конечно, я уже заранее взяла. Что? Ну хорошо, ладно, давай их. Пробейте нам, пожалуйста, их. Так, бздык. Ай, я упала. Бздык. Так, от вас всего... 5250 рублей. Правда, скидка. Вот, держите, Все, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Конечно, сейчас зайдем за пони. Доча. Я шучу. Ладно, давай собирать все наши вещи. Кстати, мама, скоро Новый год. Я хочу пони. Господи. Так, кстати, скоро каникулы, хочу еще на каникулы, а у меня еще скоро будет праздник. Какой праздник? А мы с подружками хотим устроить дискотеку, это же тоже праздник. Ага, вообще прям праздник. Да, праздник, не сомневайся. Ой, как у нас все битком. О, стоит. Прикольненько.
Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Пока-пока!